Ты немало поиграл, ты видел великих и выдающихся футболистов мирового класса. Кто оставил такое воспоминание у тебя? Знаешь, я видел... Вот гений. Видел. Ну, для меня был, есть, останется, это, конечно, это Зидан для меня. Сейчас, ты играл против него? Против Зидана... Да, я выходил на Сантьяго Бернабео. Ну, тогда, когда я первый раз вышел, это при Васильиче Демьяненко. Я вышел на Сантьяго, ну, ты что, Рауль, Роналдо... Ера, Касильяс в воротах, Бекхэм, Зидан, ну, Гути. А ты представляешь, Гути, они подумали, ни хера себе Алиев. Да.